Американские военные начали доставку оборудования для противоракетного комплекса ТЭТ в Южной Корее. Процесс стартовал раньше запланированного срока и сопровождается массовыми протестами местных жителей. Они категорически против и выступают в столкновении с полицией. Власти не скрывают, что причиной спешки является испытание, проводимое Пхеньяном. ТЭТ должна быть введена в строй до конца года. Вашингтон и Сеул говорят о необходимости такой защиты. Москва и Пекин уверены, что система представляет угрозу военному балансу в регионе.